Лабрадор Инга пополнила штат кинологической службы главного аэропорта Камчатки вместе с инспектором-кинологом. Вместе с инспектором-кинологом четвероногий сотрудник авиабезопасности патрулирует аэровокзал, досматривает багаж пассажиров и грузы. В пресс-службе аэропорта отметили, что собака натренирована на поиск взрывчатки. Несмотря на то, что летом лабрадору исполнится 2 года, для Инги аэропорт Петропавловска – это первое место полноценной работы. На Камчатку служебная собака прилетела из екатеринбургского аэропорта Кольцово, где прошла курсы общей дрессировки и основ спецкурса, а также обучение основам работы.